Уважаемые коллеги, позвольте вас приветствовать на конференции. Вашему вниманию представляется доклад «Применение моделей DEA для оценки эффективности роботизированной системы автомобилей КАМАЗ». В последнее время актуально создание транспортных роботизированных систем. Примеров таких систем достаточно много. Все знают беспилотные автомобили широкого назначения. Проблема остается в некоторых областях, и в частности в агротехнической области. Мы работаем над созданием роботизированной системы сельскохозяйственных автомобилей на базе КАМАЗ совместно с ОАО КАМАЗ и фирмой Поволжская инженерная академия. Позвольте представить вам слайды. Авторы Сергей Васильевич Сусарев и Сергей Павлович Орлов. Как я уже сказал, проблема создания роботизированной системы автомобилей содержит много задач. В данной статье рассматривается оценка эффективности в плане надежности эксплуатационного обслуживания, а также некоторых экономических и технологических параметров. Для решения этой задачи мы предложили использовать метод Data Envelopment Analysis, DEA, который достаточно хорошо известен и применяется во многих областях, в том числе и в технике, в экономике в первую очередь, в социальных приложениях и так далее. Чем этот метод хорош? Дело в том, что основная идея не рассматривать внутреннюю функциональную структуру объекта, а оценивать множество достаточно похожих объектов по их входным и выходным параметрам. Причем наборы этих параметров могут выбираться достаточно произвольно, меняться, и оценка проводится по комплексу всей совокупности этих объектов. В нашем случае такая совокупность объектов – это роботизированная система автомобилей КАМАЗ. Для оценки надежности и наблюдения за эксплуатацией и использованием роботизированных автомобилей нами были предложены целый комплекс моделей, описывающих различные агрегаты и узлы автомобиля. И разработан моделиориентированный подход, который рассматривает роботизированный автомобиль как киберфизическую систему. На данном слайде представлена в целом система, которая включает как автомобили, в данном случае показаны роботизированные автомобили, например, 4 в группе, их цифровые модели, которые мы рассматриваем как цифровые двойники. Каждый автомобиль связан со своей цифровой моделью через систему диагностики, работающую в онлайн-режиме. В целом информация передается в систему принятия решений. Есть база знаний, которая обрабатывает и хранит всю диагностическую информацию о функционировании роботизированного автомобиля. И такая система позволяет набрать достаточно большую статистику и большой объем материала о различных режимах эксплуатации роботизированного КАМАЗа, что позволяет оценивать эффективность как его работы, так и его обслуживания. Мы использовали модели
CCR, это Cooper Chamis Rhodes, а также модели BCC в различных вариантах. В данном случае показана для примера модель с input-ориентированная, которая позволяет подбирать заданный набор входных параметров по требуемым выходным параметрам. Можно использовать output-ориентированные модели, которые решают задачу обратную по имеющимся входным параметрам, оценивают выходные параметры объекта. В данном случае это роботизированный автомобиль. Особенность этой задачи в том, что решается не одна система линейных уравнений, а решается N раз система вот такого вида с изменением индекса от единицы до N, то есть мы проходим по всем автомобилям, и находятся не неизвестные X и Y, как обычно принято, а здесь неизвестные – это Y параметры веса, весовой фактор. То есть в результате решения этой задачи мы находим наиболее эффективные объекты по интегральному критерию θ, и те объекты, которые находятся далеко от границы эффективности. Основное понятие в методе DEA – это границы эффективности. На данном слайде мы показываем использование суперэффективной границы. В частности, например, 4 суперэффективных автомобиля – это искусственные объекты. Они создаются при решении системы линейных уравнений n раз, а автомобили реальные RV1, RV2, RV3, они не находятся на границе. То есть здесь видно, что для перевода на границу эффективности надо изменить параметры, либо входные X, либо выходные Y, так, чтобы в пространстве всех входных и выходных параметров положение роботизированного автомобиля пришло на границу эффективности. Здесь показаны те переменные, которые приняты нами для оценки эффективности функционирования роботизированной системы. Использовалось программное обеспечение PIM-DiaSolve, которое позволяет получить в пространстве параметров различные PPS, это графики, показывающие границы эффективности и расположение всех анализируемых автомобилей в пространстве. В данном случае мы видим, что на левом графике вот этот автомобиль неэффективен, значит, у него есть два варианта перевода на границу эффективности путем изменения вот этих параметров. На втором графике, например, мы видим две границы, которые были получены по данным 2018 года и по данным 2019 года. Очевидно, что для перевода автомобиля на границу эффективности необходимо вот таким образом построить вектор, который потом задает нам параметры изменения определенных показателей. Интегрированная оценка по двум годам, 2018 и 2019 годы, также полученная с помощью этого программного средства, тоже дает возможность оценить, насколько эффективно работали автомобили в разные периоды. Ну, в данном случае мы, например, видим, что автомобиль V6 в 2018 году был более эффективен, чем в 2019 году. В то же время, например, V9 более эффективен в 2019 году. Программное средство дает возможность, выводит как результирующий вектор всех изменений для того, чтобы можно было перевести
автомобиль на границу эффективности, принимая эти изменения различных параметров как задачу развития, можно построить на будущий период более эффективное обслуживание, более эффективную эксплуатацию, более эффективные режимы, что, в общем, позволяет в целом улучшить эффективность работы роботизированной системы. Система PIM-DIASoft дает много информации в многомерном пространстве, поэтому здесь приведены только 4 графика. На самом деле мы анализировали порядка 40-50 аналогичных графиков и получали весь спектр целевых изменений параметров роботизированного автомобиля. В заключение хотел бы сказать, что развитие этого подхода может быть в направлении использования индекса Malmquist для оценки эффективности в разные периоды и нахождения вектора развития всей роботизированной системы, а также при развитии системы поддержки принятия решений, нацеленной на оптимизацию обслуживания роботизированной системы автомобилей КАМАЗ в сельскохозяйственном направлении. Проект был поддержан грантом в рамках федеральной целевой программы развития Российской Федерации в области науки и техники. Спасибо за внимание. Желаю всем здоровья. До свидания.